Добрий вечір, це «Тема дня», а тема нашого ефіру – місцеві дороги Миколаївщини. Фонд розвитку міста Миколаїв презентував результати громадського аудиту ефективності розпорядників коштів з утримання автомобільних доріг у Березанській та Коблівській об'єднаних територіальних громадах. Висновки та рекомендації були озвучені 1 листопада на нараді з питань децентралізації. Наскільки ефективно ОТГ Миколаївщини використовують гроші на ремонт та утримання доріг? Та як можна покращити стан місцевих доріг, дізнаємося нашого сьогоднішнього гостя в студії. Директор громадської організації «Фонд розвитку міста Миколаєва» Михайло Золотухін. Михайло, я вас вітаю в нашій студії. Добрий вечір. Добрий вечір. А глядачам я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Телефон студії 76-92-33. Михайло, будь ласка, що саме ви перевіряли під час аудиту? Прежде всего, мы прекрасно понимаем, что объединенные территориальные громады – это, можно сказать, пионеры, и то, что им приходится прыгать выше своей головы – это правда. И по большому счету мы анализировали их, насколько документация, менеджмент соответствует требованиям национального законодательства Украины. Мы все прекрасно знаем, что в Украине идут три основные реформы. Реформа в сфере образования, медицины и местного самоуправления. Но что-то все забыли про реформу дорожной системы. Но знаете, про дорожную систему, реформу забыли, а раз мы забыли про эту реформу, видим результат, мы видим на дорогах загального користування обласного значення, загального користування місцевого значення і державних дорог. І, можливо, ви нагадуєте, що саме з реформи доріг треба починати? Ну, по большому счету, так. І об'єднані територіальні громади, по большому счету, не оказались заложниками дуже непростої ситуації, коли реформа – це як в ремонті, який начатий і не закінчений. І тому, коли ми аналізували документацию, анализировали то, насколько в стратегиях, насколько в документах, целевых программах, бюджетных программах, насколько паспорта дорог, насколько менеджмент управления дорожной структуры местными дорогами соответствует требованиям национального законодательства, насколько территориальные громады готовы к тому, чтобы им были на баланс переданы эти дороги загального користования областного значения или дороги между селами этих объединенных громад. Ведь же не секрет, для того, чтобы мы получили правильный результат, мы должны быть 100% уверены, что органы местного самоуправления справятся с очень непростыми задачами. Ну, а то, что мы выбрали эти, именно эти громады, это говорит о том, так, что... Само чему Березанская и Коблевская? Ну, во-первых, мы общественная префектура, и мы работаем с теми объединенными громадами, кто хочет. Во-первых, Коблевская и Березанская громада захотела войти в число тех наиболее успешных громад, такие как, допустим, Баштанская или Вознесенская. И по большому счету мы очень рады успехам Баштанской громады, Вознесенской громады и взяли под опеку Коблевскую и Березанскую громаду. И благо есть проект «Добрые дороги Гурманин» громады Березанщина, который поддержал Международный фонд возрождения. И мы прежде всего проект направлен на то, чтобы найти взаимопонимание жителей, органов местного самоуправления, государственной власти, чтобы решение очень непростой болезненной проблемы, мы нашли этот выход. Потому что если мы видим, что результат не самый желательный, вот, скажем так, идея проекта родилась именно больше, скажем так, с острой проблемой. Вот, мы знаем, что в январе-феврале этого года были акции протеста на дороге Викторов-Калиманы, когда жители не пустили своих детей в школу, потому что дорога просто непроездная была. И нас это так это поразило, что на акции протеста приезжал тогдашний глава областной администрации, райадминистрации, и районные рады, и вся власть. И по большому счету, к сожалению, мы увидели боль, но не увидели решения проблемы. Так. И еще, что нас страшно поразило, что мы, когда мы поставили документацию, мы увидели, что ремонт на этой части дорог уже был сделан именно в ноябре-декабре 2018 года. Были потрачены бюджетные средства и проведен тендер. И по большому счету это самое вопиющее проявление. Если
И как бы, когда мы не тянемся, а мы проехали все старостинские округа, и мы разговаривали с людьми, мы увидели очень непростую ситуацию. Потому что, с одной стороны, дороги загального користування областного значения, за них вроде бы отвечает голова и депутаты, а с другой стороны, голые депутаты по факту не имеют ни малейшего механизма воздействия на качество работ. Потому что, в общем, такая, знаете, как в ремонт квартиры, когда начали ремонт и не закончили, когда подрядчик определяется теми, кто не заинтересован в конечном итоге в качестве проведенных работ. И головы были, по большому счету, заложниками. И когда мы проанализировали весь механизм по всей цепочке, как она принимается решение, кто отвечает, мы увидели, что головы депутаты стали заложниками ситуации недоконченных реформ. И нашим аудитом мы проанализировали не только объединенные громады, а самое основное – это что делается на уровне областной государственной администрации. И вот на красном совещании 1 ноября мы обратили особое внимание на те болезни, управленческие ошибки, которые как на уровне областной администрации, и, скажем так, меньше всего в этом виноваты объединенные громады. Это, сказал бы так, детские болезни, управленческие болезни. И мне очень радует то, что вот стратегия Коблевской объединенной громады уже был заложен выход с этой ситуации. Вот знаете, чтобы ты мог влиять на реальную ситуацию, нужно стать партнером. Вот объединенные громады, они восприняли наши предложения и сами понимают, что без реального партнерства невозможно решение этих проблем. И как раз вот, например, на 1 ноября мы как раз презентовали этот самый механизм, это 10 шагов установления этого вот самого механизма партнерства и софинансирования ремонта дорог загального користування областного значення, который, кстати, успешно применялся в Западной Украине, в Винницкой области. Этот механизм, в принципе, был отработан. И то, что в Николаевской области в прошлом году 2 миллиона было не освоено и вернулись денег, это говорит просто о управленческой серьезной ошибке. И мне очень отрадно то, что состоялся откровенный разговор как в самих громадах, так и на уровне областной администрации. Вот сегодня с головой областной администрации Стадником мы общались, и он был благодарен за тот вывод до громадских префектов, что как там поставлено очень непростой диагноз и есть лекарство. Тобто він не лише вас почув, а ще и готовый до співпраці. Конечно, так? Это ж выводы и рекомендации нашего общественного аудита, которые мы проводили Коблевской, Березанской, Баштанской и Вознесенской громады, и в городе Николаеве, в том числе говорит о системных, даже, скажем, не проблемах, а вызовах. Это вызовы тех реформ, которые нужно доделать, чтобы получить максимальный эффект. Только тогда можно говорить об эффективном использовании бюджетных денег, когда, знаете как, по рецепту, значит, вкусно. А если рецепт был нарушен, и ведь вы обратите внимание, все говорили о реформе освиты, медицины, местного самоуправления, а дорожная реформа – это как будто из такого далекого прошлого. И сейчас то, что мы видим, происходит в службе автомобильных дорог, то, что это, скажем так, бой и скрежет. Мы видим боль, мы слышим боль, и прекрасно понимаем, что нужно принимать непростые решения, но если не знаешь делать как, действуй по закону. Как раз вот наш громадский аудит – это анализ соответствия того, насколько на уровне области, на уровне объединенных громад все происходило по закону, либо не по закону. И мы видим очень реальное желание местных элит и новой власти исправить те ошибки, которые были допущены. От мене це, в принципі, дуже радує. Це не може не радувати. За результатами аудиту, наскільки ефективно ОТГ використовують гроші на ремонт та утримання доріг? Ну, я мог би похвалити Коблівську об'єднану громаду, що там, де касається дорог місцевого значення, то можна говорити об ефективності використання средств, о тому, що ми побачили Коблівської об'єднаної громади, те дороги, которые есть, которые сделаны, это можно уже этим
порадоваться. И в Березанке есть такие примеры. Но наиболее болезненные являются как раз состояние дорог между селами. То есть я могу понять настроение людей, что да, их вроде бы радует, что асфальтируются межквартальные проезды, делается много чего хорошего, но если невозможно добраться до благ цивилизации, центральную усадьбу или к школе, или к медицинским учреждениям, все то, что было сделано хорошее органы местного самоуправления новых ОТГ, оно не воспринимается как позитив. И видно, выборы 2019 года, когда люди проголосовали за новую власть, показывают то, что значит, что-то было не так делать. Вот мы как раз выяснили, что не так. И, скажем так, продвинутые головы, скажем так, Баштанская объединенная громада, это кришталь року 2018, где по нашим всем самым жестким аудитам общественным, это громада лидер, как и Вознесенская. И говорилось еще 2 года назад, что нужно передавать дороги загального користування областного значення на баланс об'єднаних територіальних громад з механізмом фінансування. І це, звісно, визов тих реформ, які зроблені не до кінця. Ну, я думаю, що ми в кінці ноября у нас будуть наступні такі реальні шаги, і в бюджеті 2020 ми покажем пілотні проекти Березанської, Коблівської, Баштанської, інших громад, які захочуть вийти на використання механізму співвідповідальності, механізму співфінансування для дорог загального користування обласного значення. І, ну, є такий головний визов, що як документація, допустимо, паспорта дорог. Предусмотрено законодательство, що повинні бути паспорта дорог, технічні паспорта. Це не такі складні документи, це як історія болезні у чоловіка. Якщо вказано, що за дорога, є ескіз, є сроки ремонту, є хто ремонтував, за які деньги, які були технології применені. І якраз цих паспортів на рівні ОТГ, на рівні області, їх немає в поміні. Взагалі немає, настільки воно простое і настільки же... А чому немає паспортів? Ну, я вважаю, що якщо на рівні об'єднаних громад більше дитяча болезнь становлення, то на рівні обласної адміністрації я вважаю, що це банальне професіональне несоответствие тих посадовців, які працюють на цих постах, і коли приймались от государства нужно было либо потребовать, либо самим уже сделать эти паспорта. За целый год, 2018, можно было обозначить хотя бы движение в этом направлении. А руху никакого не сострегалось, так? К сожалению, документы показали, что документы отображают состояние дорог, по которым мы ездим. Я не могу сказать, что хорошо, если реально, допустим, на дорога Марьевка-Марьяневка кусочек, это проехать вообще невозможно. Скажем так, Березанский район, по сравнению с Баштанским, дороги, как бы, скажем так, хорошие. Ну, я бы услышал бы протест жителей после такого высказывания. Но если говорить по сравнению с иншими дорогами, если говорить о дороге, допустим, до Матиясова, или до Лиман, или до Украинка, это очень сложно назвать дорогу. Это, скорее всего, направление. Конечно, она не столь страшная, как Марьевка-Марьяневка, но я не хотел бы выстраивать рейтинг жахливости дорог. Ну так, сегодня мы сегодня больше не интересует никто виноват, а что с этим делать. А доктор прописал, то есть вы, как громадская префектура, прописала выполнить требования национального законодательства, которое у нас, в принципе, хорошее. То есть у нас одно из главных рекомендаций, да, это долание коррупционных чинников и налаживание системы управления качеством. Это статья 26 бюджетного кодекса требует, чтобы на уровне местного самоуправления была внедрена система управления качеством, система утреннего аудита, внутреннего контроля. Когда действие чиновника было ориентировано не на процесс, больше съесть бюджетных денег, а на измеряемые результаты и преодоление рисков. Допустим, если у нас дорога ремонтируется в ноябре-декабре, это говорит о том, что не учтен риск именно и принимается такое управленческое решение, что мы имеем
скажем так, если дорога ремонтируется в декабре-ноябре, то по нормативам это делать можно только если это форс-мажор. И если дорога, если погода сырая, то значит это делать просто ну, нельзя. А если можно, там очень, все очень даже непросто. Ну так, про це ми неодноразово зазначали в наших ефірах. Михайло, за результатами аудиту, серед звітів на сайті вашої громадської організації є представлений у серпні цього року. Він стосується ефективності використання бюджетних коштів на утримання доріг у кількох містах та громадах Херсонської і Миколаївської областей, в тому числі Вознесенська і Баштанька. Ми поспілкувалися телефоном з мерами цих міст. Ось що сказав з приводу теми нашої сьогоднішньої програми Вознесенський міський голова Віталій Лукав. Насправді, дороги місцевого значення – це питання не зовсім конкретне, оскільки як для громади великої різниці, для людей, які живуть на території громади, немає великої різниці, кому належить дорога. Чи дорога належить безпосередньо громаді, чи належить області, чи належить державі. Оскільки по цій дорозі їдуть люди, що стосується Вознесенська, це державна дорога, десь близько 15 кілометрів вона йде через місто, і вона є основною магістралією, але вона належить, наприклад, державі. І пояснити людям дуже складно. Тому для нас це всі дороги місцевого значення. Стратегію написати просто. Виконати її практично нереально. Оскільки крім доріг, на місцеву владу, на громади полягають десятки інших відповідальностей, і ми тут змушені вибирати просто пріоритети. А пріоритети дороги є для людей, але коли по дорогах немає куди їхати, тобто дитячі садки, школи, лікарні, то тоді ці дороги стають непотрібними. Беремо такий випадок. За останні 3 роки ми мільйони гривень вложили в Вознесенську лікарню. Якби ми цього не робили, а дали те, що зараз люди в першу чергу вимагають по всіх соцопитуваннях, це дороги і тротуари, а не в лікарні, то я втратив би Вознесенську лікарню як центр госпітального округу, і через 5 років мене запитали б люди, а на що ти зробив дорогу до лікарні, якщо там немає ні лікарів, ні обладнання, і ми там послугу не можемо отримати, а ми змушені їхати в Южноукраїнськ. Тому пріоритетом, наприклад, для міста Вознесенська, де поряд Южноукраїнська потужна лікарня, було вибороти в Южноукраїнська поток пацієнтів, щоб зберегти свою лікарню і дати їй шанс на розвиток. І тому ми вибрали пріоритет лікарню, освіту і вода, каналізація. А дороги намагаємось утримати в тому стані, який є хоча б, щоб вони не погіршувались. Це на короткострокову перспективу. Ми працюємо в прямому ефірі, це тема дня, і це був коментар Вознесенського міського голови Віталія Лукова. А ось коментар Баштанського міського голови Івана Рубського, який висловив сподівання на завершення ремонту траси державного значення Н-11 та розповів про проблеми, пов'язані з утриманням інших доріг. Що стосується обласних доріг місцевими, на жаль, повинні були передати їх нам, громадам, 1 січня 2018 року, але передали чомусь на обласний бюджет. І сьогодні маємо дуже багато проблем, але значить, ми не можемо їх вирішити, тому що лишається через області, на жаль, ресурсу дуже мало. Ми все-таки наполягаємо, щоб їх все-таки нам передали. Значить, ми сьогодні вже купили грейдер, купляємо техніку, вже готуємося до цього, для того, тому що саме велика проблема – це сполучення між селами. У села, сьогодні в село нельзя доїхати, не ходять маршрутки приватники, тому що не хочуть ламати автобуси. Сьогодні проблема – шкільні автобуси, тому це питання номер один. І ми сьогодні вже готуємося до передачі, я думаю, що передадуть. Там питання райду сьогодні, на жаль, скорочують, цього робити нельзя. База розкрадається. І стане так, що ні бази, ні дворів, нічого. Значить, треба їх передати, обов'язково на громади. Що стосується комунальних доріг, то у нас є план стратегічного розвитку, капітальний і ремонт доріг забитий. Ми там навіть включили в обласну програму і державну, і ремонт на
на Березнювати, тому що Березнювата входить в наш адміністративний центр будущий, і для нас це дуже важливо, це теж обласна дорога, і між селами. Що стосується комунальних доріг в самому місті, в селах, ми кожен рік порядка 4-5 мільйонів виділяємо, це звичайна капля в море, більше фінанси не дозволяють, але ми сьогодні з депутатами кожен рік значить, обслідуємо ці дороги, депутати вибирають саме проблемні, і ми їх постійно по чуть-чуть ремонтуємо. А ті дороги, які до лікарні, до РЕСу, до крайнього сільхозтехніки, ми кожен рік приводимо в порядок, бо це основні артерії, по яким значить, їдуть люди і громади, і міста. На слідуючі перспективи дуже туманні, тому що ми знаємо, що забирають акциз, а це 6 мільйонів, і є шанс, що на комунальні не останеться нічого на ці дороги наші. І крім того, зменшують і дотацію державну по освіті в два рази, це ще 4 мільйона, плюс некомплектні школи переводять нас по фінансування, тому можуть бути великі проблеми. Сподіваюся, що держава компенсує випадаючі доходи і зробить все, щоб ми не залишилися геть без доріг. Михайло, це був коментар Івана Рубського. Будь ласка, відтепер ваш коментар щодо коментарів наших міських голів Лукова та Рубського. Особливо цікаво, чи дійсно наступного року громади можуть втратити гроші через переспрямування податків? Ну, я б сказав би, що Баштанка і Вознесенська – це приклад, як робити треба. Я, коли розказую Коблєву-Березанку, вони говорять, що невозможно спланувати то, что стабильная неопределенность, то я показываю пример Баштанки, который есть в стратегическом плане и обозначено, есть четкое представление, какие нужны дороги, насколько, и что у мэра Баштанки, что у мэра Вознесенска есть ориентация на результат, на благо людей. Это главное. И не только ориентация, а и профессионализм. То есть есть понимание, что нужно делать, и нет популизма. Вот я полностью согласен с господином Луковым, что тротуары – это, конечно, хорошо, но качество медичных услуг, освітніх услуг без дорог не получится. И если говорить о Баштанке, то голова, оказавшись в очень сложной ситуации, когда объединенные громады, в принципе, поставили с большим вызовом, что решить проблему, в принципе, невозможно при отсутствии реальных механизмов влияния на ситуацию. Если, несмотря на это, делают шаги за шагами, чтобы это получилось. И нас, да, меня тоже тревожит, что в бюджете 2020, бюджет развития у местного самоуправления, объединенных громад и у города Николаева будет не столь радужный. То есть прогноз, то, что собирается сделать. Я надеюсь, что этого не произойдет. А что собираются сделать? Я не хочу пугать, но я вижу просто проекты документов, проект бюджета 2020, и то, что уменьшение акциза и уменьшение той налоговой базы, которая могла пойти на бюджет развития, и за счет чего можно было бы ремонтировать и строить дороги местного значения. И чем это загрожает? Ну, то, что это останется просто в мечтах, все планы местного самоуправления. И я могу сказать, что тот механизм партнерства и спифинансования с областной радой, с государственной радой, то нарады, которые у нас будут в серии непростых нарад на базе областной администрации, мы приглашаем настоятельно объединенные громады, кто готов применить эти механизмы спифинансирования, кто готов внедрить требования национального законодательства. А чи багато таких громад, які бажають цього? Ну, как минимум, ви слышали Баштанку, Вознесенск, Березанка, Коблева. Так. Я не знаю, ми ще, кто еще отзовется на приглашение. Мы направим письменное приглашение к этому непростому процессу. Но это нужно отдавать себе отчет, что очень просто жаловаться на то, что не получается, и не пытаться выполнить требования национального законодательства. Михайло, у нас осталась хвилина. Будь ласка, на что бы вы хотели акцентувати увагу сегодня, самое сегодня?
Но именно сегодня, чтобы объединенные громады откликнулись на наше приглашение, и самое главное, нужно вести диалог с жителями, нужно людям разъяснять о той непростой ситуации, и что только совместными усилиями громады, органов местного самоуправления и государственной власти можно найти даже самые непростые решения в самых непростых ситуациях. Ну що ж, Михайло, спасибі, що сьогодні ви прийшли і роз'яснили нашим глядачам ситуацію щодо місцевих доріг. Якою буде наступна тема, підкаже наступний день, а наш ефір завершено. На все добре.